и всех святых, помилуй и спаси от нас это благо человека. С праздником! С праздником! Явлейся, Христе Боже, и мир просвещи слава Тебе. Тебе Бога свидетельство ваше Тебе, возлюбленного Тя Сына, именуя. Мы молились, вот сейчас освящали в храме, читали определенных, чтобы для изгонения зла. А если мы будем злиться, когда набирать воду, когда будем толкаться, когда оскорбляя друг друга, думать о других плохо, это будет водичка нам в грех, в осуждение. Поэтому делаем спокойно, воды всем хватит, будет до вечера раздаваться. В первую очередь освящу хату, все углы обрызгаю. Потом на праздники, на какие, пьем, умываю, умывальник лью. Ну, у меня была болячка такая, я просто умылся, лицо умыл и все. Утром ничего не было. На всякий случай, все берут, и я беру. Пошла вода, с Божьей помощью. Троическое влейся поклонение родителя, Бога свидетельствовало же тебе. Я уже не молодой, но шибко я в Бога не верю. А так, если веришь сам себе, внушаешь, что вот я этой водой помылся, мне стало легко. Она и будет легко.